Здравствуйте, это Кубок Дружбы Народов СНГ из Ташкента, из Узбекистана. Турнир проходит очень хорошо, все замечательно, Ташкент радует своим гостеприимством. Все игроки, в принципе, довольны. А, есть, конечно, недочеты, есть куда расти, но, надеюсь, этот турнир станет ежегодным. И в следующем году, опять же, в Ташкенте мы его проведем на высоком уровне и сможем пригласить уже не 5 стран СНГ, а намного больше. Надеюсь, и Европа к нам приедет сюда.